Успели, успели до полуночи. Даже с запасом. Сегодня суббота, 26 октября. Московское время 23 часа 37 минут. И мы начинаем прямую трансляцию третьей игры осенней серии «Что, где, когда» 2013 года. Против телезрителей сегодня играют математик Егор Барданов, Ижевск, экономист Евгений Фионов, Санкт-Петербург, инженер-исследователь Никита Баринов и программист Ильдар Низамов представляют Саров. Сотрудник пресс-службы Белоярской АЭС Александр Золотова, Заречный. И капитан команды, специалист по экспорту изотопов Константин Рудер, Озерск. Против команды госкорпорация «Росатом» сегодня играют Валентина Тускаль-Минск, Василий Житков-Брянск, Владимир Лебедев-Минск, Анна Штык-Белореченск, Сектор Блиц, Зухра Кирнева-Песчаный, Константин Штенников, Набережные Челны, Олеся Водолеева, Златоуст, Сектор Суперблиц, Анастасия Ангелини-Косия, Евгений Подобедов-Севастополь, Игорь Крючков-Одесса. 13-й сектор. Осенние игры «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Играем до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Поехали. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Команда Константина Рудера, одержав победу в своей дебютной игре в летней серии, завоевала право продолжить борьбу в этом сезоне. За время летнего перерыва в команде появился новый игрок. Знакомьтесь, это Ильдар Низамов. Добрый вечер, Ильдар. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вам удалось пробиться в эту команду? Мы увидели объявление об отборе, подали заявку. Мы это кто? Я и моя жена Ирина. А жена Ирина не прошла отбор? Она стала запасным игроком. Сразу блиц, Ильдар. Желаю вам успеха в вашей дебютной игре. Три вопроса по 20 секунд обсуждения на каждый. Чтобы заработать очко, знатоки должны ответить на три вопроса подряд. Против вас играет Евгений Мясников из Кирова. Американец Кристиан Джексон сделал постеры ко многим известным мультфильмам. Внимание, вопрос первый. Посмотрите на экран. Евгений спрашивает, этот постер к какому мультфильму? Фу-панда. Три медведя. Почему он тогда один маленький? Что это, плошка с рисом? Что это, просто пища? Почему 3-0-2, например, вот пара идет? А может красная шапочка какая-нибудь, ребят? Почему кунг-фу-панда? Потому что она красная. Мультфильм, какой мультфильм? Американский постер? Почему три? А, или они спят, ну правильно, спят. Три медведя, да? Ну, американский. А такой мультфильм-то есть? Прошу ваш ответ. Константин, кто отвечает? Да, Егор попробует ответить. Барданов. Прошу, Егор Барданов. Ну, пусть это будет мультфильм про трех медведей. Три медведя. Теперь, внимание, правильный ответ. Посмотрим на постер. Это постер к мультфильму «Три медведя». Блиц продолжается. Внимание, вопрос второй. Евгений интересуется, какой мультфильм вдохновил автора на этот постер? Посмотрите на экран. «Семь гномов». Точка мне горошина! Горошина! Идеально. Еще что может быть? Ну, зелёный. Горошина и равно матрас. Как называется? Принцесса. Почему они разные цвета? Ну, есть такое название мультика «Принцесса». Есть. Но они разные. Либо что-то абсолютно другое. Ну, по цветам там. «Семь подземных королей», например. А, «Турни посолись». Прошу, ваш ответ. Господин ведущий, мы думаем, что это «Принцесса на горошине». Показывайте постер телезрителям, пожалуйста. Видите, уважаемые телезрители, внимание, правильный ответ. Внизу горошина, и от нее реакция такая пошла. «Принцесса на горошине». Решающий третий вопрос.
Евгений Мясников просит вас назвать мультфильм, который подсказал идею этого постера. Три поросенка. Да? Думаешь? Да. И соломы! Да. И кирпич. Да. Господин ведущий, ответ готов у нас, в принципе. Кто отвечает? Ильдар Низамов. Прошу, Ильдар. Это мультфильм «Три поросенка». Ильдар Низамов, первое очко для своей команды. 1-0 в пользу знатоков. Интересы знатоков защищает директор департамента коммуникации госкорпорации «Росатом» Сергей Новиков. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, господин Новиков. Сергей, а с чем связана замена в команде по сравнению с первой летней игрой? Ну, как сказал уже Ильдар, наша команда – это не какая-то застывшая форма, и мы сохраняем шансы для других сотрудников госкорпорации попробовать свои силы. И я рад, что Ильдар, как, собственно, и все другие члены этой команды, прошли отбор. Но вы видите, Ильдар сегодня первый раз играет, и на первый и третий вопрос ответил именно он. Чем я его поздравляю от всей души. Я тоже. А интересы телезрителей защищает вице-президент Банка Москвы Владимир Верхошинский. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. На прошлой игре, к сожалению, вы отсутствовали, и без вас команда телезрителей опять проиграла, как и летом, когда вы отсутствовали. Знаете, Владимир, тогда идет до того, что знатоки, верящие в приметы, через подставных лиц будут увозить вас из Москвы на дни эфир. Возможно такое? Нет, я этого не допишу, господин. Скажите, а вас вообще, если честно, можно чем-нибудь соблазнить? Вот, Владимир, давайте поедем и... Все мы люди. И что, где, когда. Можно? Можно? Думаю, да. Ну, уважаемые знатоки, пробуйте. Второй раунд. Уважаемые телезрители, хочу обратиться к вам с просьбой. Пожалуйста, присылайте в 13-й сектор вопросы, которые хотя бы вам самим нравятся. Вы же это делаете не для того, чтобы просто прославиться. Пусть это будет не 10 тысяч, а 100 вопросов, но хороших. Адрес 13-го сектора, надеюсь, вы помните. 13.tvigra.ru. Вопросы принимаются только во время прямого эфира. А то что-то в этой серии, прям такие вопросы, я даже вспомнить не могу, о чем они. Надеюсь, вам повезет больше. И вопрос даже не в сложности, на какие-то отвечают сейчас Брянск. Против вас играет Василий Житков из Брянска. Внимание, господа. Две кружки. Господа, перед вами две цилиндрические кружки. Одна пустая, вторая, будем считать, что полная. Внимание, вопрос. Господин Низамов, через одну минуту вам нужно перелить из одной кружки в другую ровно половину и объяснить ваш способ. Только постарайтесь не пролить чай на игровой стол. Там что? Ладно, давай, нарисовать там до половины, да. Вот так. Чтобы край... 45 диагональ. Да, по диагонали. Ладно, хорошо. Это просто, я знаю... Ты покажешь, Ильдар покажет. Ильдар, сможешь мне показать? Сможешь? Понятно, ладно, еще как можно. Как можно? Просто переливай там, допустим, сравнивай уровни на глаз. Уровни на глаз. Можно? Вот треугольник. Вот треугольник у тебя получится. Именно при помощи ручки. Ручка или наклонить кружку? Прямоугольник, смотри, Костя. Сечение прямоугольник. Я знаю. Наклонить кружку. Ребят, а может быть ручку поставить в обе кружки, чтобы она точно фиксировала вот этот вот наклон? Ребят, сказали, что не цилиндрический, остальное не важно. Нет, цилиндр. Я понял про цилиндр. Нет, просто я про... Чтобы у тебя... 45-30. Именно 45. Вот здесь вот. Суть важна. Это... Сечение пополам. Еще что-нибудь может быть, ребят? Ну да, вот, да это факт просто. Ну с геометрией что-нибудь. В принципе, да. По геометрии все. Отлично. Господин ведущий. Ну, это секунд, да, это была серия на 50 секунд. Еще вот сейчас будет. Сейчас пока Ильдар подготовится. Да. Прошу, Ильдар. Ильдар Низамов. А я постараюсь изобразить тот способ, который нам объяснили Никита и Женя. Одну секундочку. Через одну минуту вам нужно перелить из одной кружки в другую ровно половину и объяснить ваш способ. Прошу, рисовать ничего не надо. Не будем ничего рисовать, будем переливать. Итак. Наклоняем пустую кружку на 45 градусов. Так. Берем вторую кружку. Да. Доливаем до кромки. Да. До кромки чего? До кромки пустой чашки. Это как? Ну, у вас все на подносе уже? Условно вот так. Так. И что получилось? Мы разделили ровно пополам. У нас получилось... Ну, может быть, я сейчас чуть-чуть неправильно доклонил. Но в итоге у нас должно было получиться следующее. Мы делим... Ну, теперь нарисуйте, потому что не очень у вас пролилось много, поэтому оценить очень сложно. В сечении кружка у нас прямоугольник, потому что нам сказали, что они цилиндрические. Мы делим его
пополам, ну, и диагональю, и два треугольника у нас получается равной площади. И ну, распространение на объем, мы видим, что у нас объем тоже получается равный. А теперь, внимание, правильный ответ. Действительно, кружки цилиндрические, задача геометрическая. Нужно, посмотрите на экран, нужно наклонять, только в другом порядке, нужно наклонять до тех пор, пока не появится краешек дна кружки, из которой вы льете. Вот будет ровно половина. Но Ильдар показал то же самое, по-моему, господин Верхошинский, просто в обратную сторону. Честная победа. Честная победа. 2-0. Ну, господа, ну после такого вопроса было бы странно... Правильно. Да, господин Синин? Ответ прозвучал неправильно. Неправильно? Да. Было сказано, что кружку надо наклонить на 45 градусов. Ответ неправильный. Так. Градус может быть любой в зависимости от высоты кружки. И то, что вы рассказали, не имеет никакого отношения к 45 градусам. Что я рассказал? Нет. Ну вот то, что вы рассказали, правильный ответ, к 45 градусам, о котором было упомянуто в ответе знатоков, никакого отношения не имеет. Ну, показали-то правильно, сказали правильно. Итак, давайте посмотрим на рисунок. Кружка цилиндрическая, не 45 градусов. Давайте посмотрим. Ну, не 45 градусов, действительно, в этом они ошиблись. Господин Верхошинский, ну что, я считаю, что надо присудить победу телезрителям. 1-1. Что нарисовали? Господин Новиков, ну, если даже старейшины считают, что нельзя принимать такой ответ, что я могу сделать? На этом рисунке нет угла в 45 градусов. Господин ведущий, я прошу прощения. Мы с господином Подошёвым абсолютно уверены, что можно... Господин... Я считаю, что считать вопрос... Как это? Два магистра считают, нет, а мы два магистра, вроде бы мимо, а мы не мимо, мы считаем, что это правильно. Еще два магистра считают, что правы, два считают, что неправы. Господин ведущий, все обсуждение, знатоки обсуждали все правильно, показывали все правильно, ну, в момент объяснения прозвучало 45 градусов, нарисовано все правильно. Мне кажется, засчитать ответ нужно и можно. Нет, господа. Господин Ильич, телезрителям тоже нужны честные победы. Это будет нечестная победа телезрителям. Ну тогда вы скажите пару слов господам магистрам. У меня вопрос к магистру Фаташову, который физтех кончал. На этом рисунке вообще 45 градусов есть? Виктор, я не считаю, что в данном ответе 45 градусов являются ключевыми, принципиальными. Нет, если бы они попытались наклонить кружку под 45 градусов, они бы не исполнили. Ты совершенно прав. Тем не менее, принцип он показал абсолютно верно. Слова были не совсем точные. Господа, счет 2-0. Было бы глупо, если бы сейчас я бы не объявил чайную паузу. Московское время 23 часа 50 минут. Время чайной паузы. Традиционный чай клуба «Что, где, когда». Английский чай «Ахмад Ти». Так, счет 2-0. 2-0 в пользу знатоков. Третий раунд. Господа магистры, ну что, улеглись немножко? Успокоились, господин Сиднев? Все нормально? Чайная пауза пошла на пользу? Да, господин. Господин Сиднев, но мне кажется, что... я хочу вам сказать, что вы не стеснялись, если с вашей точки зрения на молодые знатоки на какой-то вопрос отвечают неверно, вы как бы подчеркиваете, обращаете на это внимание. И господина Верхошинского, кстати, тоже. Потому что господин Козлов тренировал эту команду, понятно почему. Да когда это было? Ну, не важно. Свои. Златоуст сверху. Нет, Суперблиц. Суперблиц. По стрелке три вопроса по 20 секунд размышлений. На каждый играет один знаток. Кто останется за столом? Господин ведущий, я считаю, что вот на волне таких ответов должен остаться Ильдар Низамов. Ильдар Низамов. Чтобы одержать победу в этом раунде, Ильдар должен ответить на три вопроса подряд. Константин, вы можете вставать. Егор, вам надо выйти, да, выходите. Евгений, выходите, все выходите. Итак, Ильдар, внимание, вопрос первый. Вы понимаете, что после предыдущего раунда ответы у вас должны быть точные.
В Польше король Сверчок. В Чехии король Галыш. На Украине царь Тимко. Адым Азиев из села Рубежной Чеченской Республики интересуется, а кто в те времена был на Руси? В зале тишина, пожалуйста. Ну, я готов ответить. Прошу вас, прошу вас. Я предполагаю, что это был царь Горох. А на Руси в незапамятные времена царствовал царь Горох. Продолжаем суперблиц. Внимание, вопрос второй. Максим Бятец из Москвы прислал нам такую фотографию. Посмотрите. Она перед вами. На фотографии Да нет, Александр, отдайте уже. Фотографию отдайте. На фотографии 1903 года петербургский градоначальник преподносит Николаю II кнопку на красной подушечке. Максим спрашивает, что произошло, когда император нажал на эту кнопку. Покажите фотографию телезрителям. Прошу, Ильдар, ваш ответ. Я предположу, что тогда отправился первый поезд метро в Санкт-Петербург. Поезд метро. Господин Друзь, вы мешаете. То пальцы какие-то показываете, одобряющий жест, то по креслу бьете. Ведь Ильдара может трясти от ваших ударов. А теперь, внимание, правильный ответ. Ильдар, посмотрите еще раз на фотографию. Как вы думаете, где это все находится? Ну, это, видимо, вот что это за колонна такая? Реки, да. Мост разводной. Да, был отреставрирован Троицкий мост в Петербурге. Император Николай II в торжественной обстановке нажал кнопку и развел мост над Невой. 2-1. Максим Пятец из Москвы получит 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей от Банка Москвы. Четвертый раунд. Госпожа Золотова, вчера у вас была тренировка команды, насколько я знаю. Да, господин. И в то же время это был день вашего рождения. Да, господин. Мы вас поздравляем с прошедшим. Скажите, а почему вы, я очень удивился, что вы были на тренировке, почему вы не отпросились? Думаю, ребята пошли бы вам навстречу. Это был лучший подарок, как ни банально это звучит. Скажите, а команда вас как-то поздравила? Да, мне подарили прекрасный букет цветов. Скажите, пожалуйста, а я не могу понять, а как же муж вас отпустил отмечать день рождения с 5 мужчинами? Набережные Челны. Мой муж присутствует в зале. Так, и как вы отпустили? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, доверие в команде должно быть полное. Я верю всем этим ребятам. То есть эти ребята вызывают у вас доверие. Ну что ж, продолжаем игру. Набережные Челны. Против вас играет Константин Штенников. Господин Рудер. Да, господин. Хочу задать вам вопрос про два латинских слова. Слушаю вас. Каждое из которых в средние века из соображений экономии сократили до двух букв. Одно до КУО, КУО, а другое до ИО. Еще через какое-то время изменили расположение этих букв. Внимание, вопрос. Во что в итоге превратились эти два латинских слова? IQ, что ли? IQ, а наоборот тогда. Не может быть знак процента. Нет, они может быть символ. Напишите, напишите. Ну, Q, O, I, I, I. Процент. Процент и что там? Не то, не то. Другая история у него происходит. Латинские слова. А нам, в принципе, не говорили о том, что убирают. Для сокращения. Очень сократится. Получился вопрос. Кво? Длинные слова какие? Вопрос, восклицательный знак. Длинные слова какие? Чем местами поменяли? Поменяли местами? А потом их поставили друг над другом. Точка это получилось? Это восклицательного знака? И точка восклицательного. Вот здесь из Q получился знак вопроса. Ну, вот из QO, да. А здесь из Q поставили один вопрос. Ну, я понял, это уже. Кво, да, это вопрос. А,
а вот это ион, наверное, что-то восклицание какое-нибудь. Да, что-нибудь. Ладно, хорошо. Понятно, еще что-нибудь может быть. Латынь. Во что превратилось? Просто длинное слово какое-то, которое можно сократить общеизвестно. Ну, отлично. Это часто употребляемое должно быть. Часто употребляемое. Во что превратилось в это? Во что это? Прошу, кто отвечает? Господин ведущий, вот у Александра Золотова как раз и ответит. Прошу вас, Александра. Господин ведущий, мы предположим, что аббревиатура QO превратилась в знак вопроса, а аббревиатура IO – восклицательный знак. А теперь, внимание, правильный ответ. Сначала длинные слова сократились до двух букв. Посмотрите на экран. QO, IO. Позже эти буквы стали писать одну под другой. А потом каждая пара букв превратилась в знаки. Посмотрите. Молодец. Вопросительные и восклицательные. То есть изначально в конце предложения писали слова «квестио» – вопрос и «якундия» – восклицание. А сейчас просто ставят знаки. 3-1. Александра Золотова. Но этого, я вам скажу, не мультфильм. Это вы, конечно, не с мультфильмом справились. 5-й раунд. Господин Рудер, задача вашей команды сегодня может быть и непроста, но предельно ясна. Чтобы попасть в зимнюю серию, вам нужно выиграть с любым счетом. Если счет будет 6-5, то команда Алены Повышевой будет ниже в рейтинге. И не потому, что «Росатом» спонсорская команда, а потому что вы первую игру этого сезона выиграли, а команда Повышевой проиграла. Все, Алена, справедливо. Как вы, кстати, пережили эту неделю, Алена? Хорошо. Довольны собой после прошлой игры? Нет. 13-й сектор. Интернет против знатоков. 14861 вопрос пришел за время прямого эфира, и сейчас компьютер выберет один из них. Нелли Берук, инженер из Запорожья, против вас играет. Внимание, вопрос. У всякого явления есть свои причины, его породившие. Как об этом же сказал советский поэт? Это не вопрос про первую причину, про Бога. Можно что? Кто? Как об этом сказал советский поэт? Этот мир придумал не нами, этот мир придумал не мной. Читайте, у всякого явления есть причина, его породившая. Или стих, или песня какая-то. А как об этом сказал? Известная. Ну и советский, это Маяковский, кто может быть? Хотя бы знать дыма без огня. Причина, причина, причина. Дыма без огня. Если звезды зажигают кому-то. Если звезды зажигают, то это кому-то. Еще что-нибудь. Ребята, это не советский поэт. Советский Маяковский. Маяковский, нет? Фразу какую-нибудь, ну, не знаю, гимн, например, какой-нибудь. У каждой вещи есть свой исток, своя причина. Из песни, песню, я понял, песню какую-нибудь вспомнить, вот советскую, например, известную, военную песню, военную. Нам построить жизнь помогает нам, но потом в песню просто не было. Каждый, что про все нужно, про весь мир, про вселенную. Ну, этот мир придуман не нами. Ну, вот только так. Это же про весь мир сказано. Этот мир придуман не нами? Ну, да. Тут причины нету, причины нету. Ну. Причина следствия. Прошу, кто отвечает, Константин? Ну, давайте я попробую ответить. Попробуйте. Нам кажется, что это, как об этом сказал советский поэт, он сказал, что если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно. Больше, я думаю, самое логичное, что можно придумать. Ну, здесь я не могу оценивать. Господин Новиков, сколько вы не будете присматриваться, там ничего не написано. Я жду правильного ответа. Пока я в этом не скажу. Давайте посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ. Маяковский, если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно. 4-1. 4-1. А сейчас внимание. Судьба главного приза осенней серии «Что, где, когда» определится в следующую субботу, 2 ноября. Если в финале победит команда телезрителей, то автор лучшего вопроса получит хрустальную сову и карту Банка Москвы на сумму 300 тысяч рублей. Если же в финале победу одержит команда Балаша Касумова, то лучший игрок этой команды получит и хрустальную сову, и сертификат на 300 тысяч рублей. Продолжаем игру. 6-й раунд. Уважаемые телезрители, обладатель хрустальной совы определится через неделю.
А сегодня лучший игрок команды Константина Рудера получит «Хрустальный атом». Приз госкорпорации «Росатом» лучшему знатоку. «Росатом» – корпорация знаний. Определять лучшего будет Сергей Новиков. Господин ведущий, если вы позволите, поскольку для меня как бы здесь все равны, как для мертвой царевны, 33 богатыря, я хочу попросить госпожу Авдеенко определить лучшего игрока, если вы не возражаете. Почему госпожу Авдеенко? Господин ведущий, вы мне как-то рассказали, что я не выбираю женщин, вот я решил сейчас... Реабилитироваться. Елизавета, ну смотрите внимательнее, песчаный. Против вас играет Зухра Кирнева, поселок Песчаный Свердловской области. Внимание, черный ящик. Господа, в черном ящике находится то, что жители Армении сравнивают с нежным ухом зайца, которое настолько прозрачно, что пропускает солнечный свет. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Лаваш. Что-то вытянутое? Хлеб, ну... Лаваш. Ну, понятно. Они там красивые. Армянский лаваш. Вытянутый, ладно, еще что может быть? Цветок не может быть. Какой? Фурбор? Армения. Из уха зайца или от вытянутого? Значит, оно не из продукта прозрачного. Листво, которое не должно задерживать. Заворачивают, как виноградный лист. Да, виноградный лист может там что-то такое. А, коньяк, кстати. Не, ну коньяк это не... Это же... От еды, ребята, от еды отойти. От еды отойти. Что-нибудь такое. Материал такой. Ткань какая-нибудь, платки какие-нибудь армянские. Армения, шашлык какой-нибудь. Шашлык не прозрачный. Ну красиво, ну вот что-то, ну вот так, ухо зайца прозрачное. Что он про Армению? Размер. Кстати, если овальное, там, не знаю, да, ухо овальное, что-то такое еще, может, миндаль, что-то такое. Не, ну очень похоже. Так, ну понятно, ну Никита предложил. Кто? Это его. Нет, с лавашом, вот это я с камнем, нет. По второму. Кто отвечает? Господин ведущий, Егор Барданов ответит. Прошу вас, Егор. В черном ящике армянский лаваш. Армянский лаваш. Нежное ухо зайца. Внимание, правильный ответ. В Армении что-то нежное. Почти прозрачная. У нас в черном ящике. Лаваш 5-1. Да, господин Новиков. Господин Новиков. Слушаю вас, господин ведущий. Хорошо идут. Главное, чтобы сейчас не возникло головокружение. Я хочу напомнить, что в первой игре тоже они выиграли 4-1, а потом несколько вопросов проиграли, счет стал 4-4, и мы начали волноваться. Ну а мы с господином Беркашинским на это надеемся. Я сейчас хочу взять музыкальную паузу. Музыкальная пауза у нас в гостях Севара. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь
для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову, и заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Один в пользу знатоков, и мы начинаем седьмой раунд. Господин Рудер, победа вашей команды в летней серии, как выяснилось, лишила возможности сыграть в этом сезоне лучшую команду клуба двух последних лет, команду Виктора Сиднева. Вот почему, значит, у нас просто... Вы гордитесь, что обошли самого друзья Левина и Сиднева? Ну, не гордимся, но рады, по крайней мере. Константин, скажите, пожалуйста, ну а чтобы не придирались потом, что был спор по поводу того ответа, может быть, все-таки вернем? Давайте пока не будем. Ну, что значит пока? Да что ж вам такое, а? Господин Новик, какие-то везунчики они у вас. Мне кажется, волчок им помогает, да? Волчок помогает. Но один несложный вопрос остался. Ну, держитесь. Слово в слово буду ответ принимать. Против вас играет студентка Олеся Водолеева, город Златоуст, Челябинская область. Вопрос снят нашими корреспондентами. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Однажды Татьяна Андреевна Кузьминская приехала навестить свою сестру и племянников. Но Софья Андреевна была в отъезде, и принимать гостью был вынужден сам Лев Николаевич Толстой. Когда пришло время обеда, Татьяна Андреевна увидела такую картину. Уважаемые знатоки, с какой целью Лев Николаевич лично привязал курицу к стулу гостьи? Чтобы обед не сбежал, что ли? Что курица уже как бы... Нет, там их тоже шесть, кстати, там было. Да, шесть именно. Именно шесть. Зачем? Там были вегетарианцы. О чем? О вегетарианцы, что вот это типа малая курица. Ох, красиво. Ну, что будет еще постное блюдо, что если хочет она... А, так давайте ее прямо сейчас, да? Ладно, да. Еще. А, может, если захочет. Там сзади были корыта. А вот то, что шесть... Понял, понял, то, что шесть тарелок, ребят. То, что шесть тарелок, почему? И по много людей. С нами как? Как-то связать. Вот с нами связать как-то можно, я не знаю. Двух человек назвали, да? Много. Сестра с племянниками. Сестра с племянниками. Ну да. Типа ей указать, где ее. Ребят, что-нибудь типа случайного выбора. Что? Крестьян. Кому случайно? Зачем курица? За стол, что все равны. Не знаю, может, привычнее было. Может, как в крестьянском доме, а у них же живность жила прямо в доме. А ее стол, что-то она... А она... Нет, нет, нет. Что она сама? А сама-то она что будет делать-то? Слово в слово, потому что... Ну, вот он как... Саша, отлично. Ну, нет, это отлично, это хорошо. Ну, вдруг бы придумали что-нибудь еще? Кто отвечает? Господин ведущий, Александра Золотова ответит. Александра Золотова, прошу вас. Господин ведущий, мы считаем, что Лев Николаевич Толстой таким образом хотел показать гостям весь
по его мнению, ужас поедания мяса, и хотел ей показать, что если она хочет курятины за обедом, то она должна собственноручно свернуть голову этой курицы. А теперь, внимание, правильный ответ. Лев Николаевич привязал к стулу курицу, предлагая гостье самой зарезать ее, если та хочет есть мясное, потому что Лев Николаевич был вегетарианцем. Господин Рудер. Да, господин ведущий. Было бы глупо с моей стороны придираться к слову «отвернуть голову» или да. «зарезать». Да, но я задаю вам вопрос. Вы хотите добиться уважения магистров и отказаться от того очка, которое с их точки зрения вы заработали неверно? Или вы считаете свою победу чистой, и тогда мы игру заканчиваем? Господин ведущий, вот сейчас я как раз хочу попросить вас вернуть очко телезрителям. То, что я не сделал, вот буквально полторы минуты назад. То есть, а почему вы это не сделали тогда? Вы боялись чего? Ничего не боялся, просто захотел это сделать сейчас. Господин Беркашинский. Да, господин ведущий. Какую сумму получит Василий Житков, потому что он как-то вне очереди у нас теперь? Из Брянска. Про 45 градусов, который. Господин ведущий, ну пускай это так и будет, как было бы, 60 тысяч рублей. 60 тысяч рублей. Ну что, а на этот вопрос вы ответили правильно, но тем не менее счет 5-2. Господин Друзь, скажите, с вашей точки зрения, этой команде по силе стать постоянной командой клуба? Или все равно это временно, и это вопрос везения, каких-то вопросов и так далее? Как вам игра этой команды сегодня? Что вы скажете? Мне нравится игра этой команды, господин. Ну, а какие-то вопросы вам понравились, на которые они ответили? То есть вы как бы отнеслись с уважением, что они на них ответили? Господин ведущий, мне не понравился вопрос, на который они не ответили, про Троицкий мост. Почему? Ну, потому что в нем недостоверная информация, вы извините, конечно. Господин ведущий. Ладно, хорошо. В какую сторону? Александр, у меня к вам есть предложение. Мы можем сейчас тот вопрос вернуть назад, сделать еще 6-1 и закончить. Господин ведущий, я не сказал, что вопрос неверен по сути. В нем неверная информация. Троицкий мост не восстанавливали, а строили заново. Только и всего. А кнопка действительно для того, чтобы этот мост разводился. Но вы же согласны, что сказать «строили мост», если он уже был, тоже нельзя? Господин ведущий, такого моста не было. Был объявлен специальный конкурс. Я могу вам долго рассказывать. Не надо. Выиграла фирма... 8-й раунд. Ну тогда... Уважаемые телезрители, у вас еще есть шанс сыграть против знатоков зимней серии. И даже попасть в число участников финала года. Ждем ваших вопросов на игру по почте. Адрес 127-427, Москва, улица Академика Королева, 12, программа «Что, где, когда». Либо по электронной почте вопрос@tvigra.ru. Господин Барин, а если все это плохо закончится? То что? То что? Это я вас спрашиваю. Ну что же... Ну вы согласны с решением капитана? Ну обсуждать решение капитана в принципе не в компетенции игрока, я считаю. Белович. Против вас играет Анна Штык. Город Белореченск, Краснодарский край. Господин Рудер, да, господин. Вы знаете, кто такие инта? Инта? Инта. Нет. Инта. Так называют себя люди, живущие на озере Инле в Мьянме. Эти инта спускают на воду плоты и прикалывают каждый плот ко дну бамбуковым шестом. Внимание, вопрос. А что они насыпают на плоты и для чего?
Землю, что они рис-то там делают. Да, что? Это землю, землю насыпают, да, как у южноамериканских индейцев. Похоже, да, 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 ничего не знаю. Хорошо, надо да. У кого? Давайте. Ну ладно. Ил, можно даже не землю, а ил, скорее всего, чтобы более разъясненно было. Ну, суть понятно. Еще если нарисовать вот так вот, ну вот плод, что насыпать. А можно сохранят рыбу, например, да? В воде она сохранная будет, да? Что-то готовят. Что насыпают, да? Да, насыпают. Ну тут может быть разница. Что нас... А может, землю, землю, ил, это может быть принципиально. Ребят, а может, как? Они туда ил, продукты, ил, ну, как бы, или зерно, может, так хранят? Может такое быть, что а они его притопили? Ну, вот они, ну, вот так вот стоит, и вот шест. А? От муравьев ну, может так охранять? Какие-то эти, что? Зерно, вот они, посередине реки стоит, вот на нем. Ну, они на озере живут. Муравьи не доберутся. Ребят, живут, в конце концов, на плодах. Как оно прорастет, если выращивать на нем? Живут, в конце концов, на плодах. Это так же делали южноамериканские индейцы. Живут, в конце концов, на плодах. Нет, ну сельское Итак, тишина. Тишина, кто отвечает? Господин ведущий, Никита ответит Баринов. Никита Баринов отвечает на вопрос, что насыпают и для чего. Насколько я понимаю, принцип такой же, как у южноамериканских индейцев. Они так делают поля. Соответственно, насыпают, наверное, грунт, на котором впоследствии выращивают продукты. Вы даже знакомы с индейцами. Ну... Пару книжек прочитал, не знаком, конечно, но какое-то представление имею. А теперь, внимание, правильный ответ. Жители этого района Мьянмы, такие плоты, посмотрите на экран, используют в качестве огорода. А насыпают на них ил, как говорил Егор Барданов, господин Верхошинский, но... Ну и тоже! Господин Верхошинский, насыпают ил с какими-то растительными добавками, чтобы он был плодородный. Господин ведущий, повторюсь. Да. Честная победа. 6-2. 6-2. Чистая победа. Знатоков. Команда... Константина Рудара одерживает победу над телезрителями, поднимается на первое место в рейтинге команд клуба и получает право сыграть в зимней серии. Вот имена победителей. Александра Золотова, Никита Баринов, Егор Барданов, Евгений Фионов, Ильдар Низамов и Константин Рудар. Поздравляю вас! Госпожа Авдеенко, вы сейчас нам назовете имя лучшего игрока этой команды. Прошу вас, Лиза. Вы знаете, господин ведущий, всю игру мне казалось, что Эльдар Низамов лучший игрок. Он действительно очень хорошо играл. Но вот в конце капитан команды Константин Рудов, он две правильные вещи, два правильных поступка совершил. Во-первых, он не стал с вами спорить, а это очень важно. А во-вторых, он пробил удовольствие от прекрасной игры. Он позволил нам насладиться. Константин Рудар, хрустальный атом ваш. Господин Верхошинский, а кому достанется приз за лучший вопрос? Если позволите, то я бы предложил приз за лучший вопрос присовокупить к призовому фонду финальной игры года, потому что вопрос про мост... Ваше решение понятно. Итак, 150 тысяч рублей. Одну секундочку, подождите. Это кто меня звал? Что, господин Рудар? Господин ведущий, во-первых... Нет, подождите, разговоры будем потом разговаривать. Итак, 150 тысяч рублей от Банка Москвы, а также 340 тысяч рублей, которые остались неразыгранными, добавятся в призовой фонд финала года, который разыграют телезрители на финале года. А финал осенней серии состоится в следующую субботу, 2 ноября, 23:35 на Первом канале. И против телезрителей будет играть команда Балаша Касумова. А эта игра окончена. Спасибо за игру. Господин Рудар, сейчас мне вас покажут. А теперь вы скажите, что вы хотели. Ну, я просто предлагаю... Просто вас плохо слышно на... Отдать хрустальный атом Эльдару Низамову. По двум простым причинам. Во-первых, я получил атом за капитанство в первой игре. Во-вторых, я понимаю, как было трудно Эльдару, как он старался. Он взял вопросы Блица, взял один вопрос Супер Блица, что никому не удавалось. Уважаемый Константин, я думаю, что вы меня по важному поводу беспокоите. Это не важно, Толк. Приз ваш, спасибо. Как вы хотите, так с ним и поступайте. Хоть
мне отдайте, хоть друзю. Приз ваш, что хотите, то и делайте. Ну, я вот... Уважаемые телезрители, по окончании «Что, где, когда» на Первом канале вас ждет комедия «Мой самый страшный кошмар». Внимание на экран!